Ну вот, у нас и вкуснятина наша получилась. Смотрите, как здорово. Наш лимонный пирог. Вкусный. Да. Вот такая вот получилась у нас вкуснятина. Вот так. Вот так тесто у нас получилось. И мы делим его на две части. Вторая часть у нас будет крышечкой. Она будет поменьше. Лимоны взбиваем в блендере с сахаром. Часть вот мы раскатали, уложили в такую форму. Сейчас мы на ней сделаем проколы вилкой и немножко обсыпем крахмалом. Низ мы накололи вилкой, распределили ложку крахмала по всей поверхности нижнего коржа. На дно выливаем получившийся джем или повидло, в общем, лимон с сахаром. Вкусно, ребят, уже получается. Ой. Мы раскатали вторую часть оставшегося теста для того, чтобы покрыть нижний корж вместе с джемом, который мы уже вылили. Вот так мы защипили края вилочкой. Да, и отправляем в духовку на 40 минут. Ну вот и получился наш такой лимончик. Он подостынет, мы его из формы достанем, вложим блюдо. Вот такая у нас получилась вкуснятина в разрезе. Вот он, такой лимончик. Да, вот такая вкуснотища.